Смотровая комиссия сегодня прошла по району Пролетарской. Как обычно, внимание направили на уязвимые категории граждан и, наоборот, на тех, кто сам может быть угрозой для окружающих. Анна Потаповна гостей не ждала, но с удовольствием впустила в дом. Пожилая женщина живет одна, сын давно переехал в Россию. Какая помощь необходима, нужен ли соцработник, вопросов задали немало. Кроме того, женщине установили пожарный извещатель. В районе как раз сейчас объявлен месячник пожарной безопасности. Вот таким. Не дай бог дым, сообразит он. Кроме одиноко проживающих стариков, члены смотровой комиссии наведывались в квартиры граждан, ведущих асоциальный образ жизни. В таких домах делегацию принимали отнюдь не гостеприимно. В районе Пролетарской подобных адресов немало. Всего у нас порядка 20 таких граждан. В связи с месячником пожарной безопасности мы сегодня их посещали, большинство. Особое внимание уделялось санитарному состоянию квартиры, также наличие пожарных извещателей, ну и состоянию граждан. Всего под контролем смотровой в этом районе почти 2000 адресов. Это семьи с детьми, в том числе и многодетные, одиноко проживающие старики, инвалиды. За день смотровая комиссия, в составе которой представители коммунальных, социальной службы, медики, спасатели, правоохранители, посетили порядка 15 семей. Основная задача – контроль и оказание необходимой помощи. Лидия Поттер, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».